Перемирие. Слушайте, я афоризмы пишу, хобби такое. Да, вот 11 мая в этом году написал такой афоризм. Больше всего от войны устают те, кто не принимает в ней участие. Ну и вчера я, конечно, прозрел, насколько этот афоризм оказался верен. Мне с Западной Европы присылают ссылку на Арестовича, который уговаривает идти по методу Киссинджера и мириться, замиряться с рашистами. Я не буду даже говорить о том, что это кадровый офицер Арестович, разведчик-летчик. Почему он не сидит здесь на глазах под орехами, а ездит по ушам всей стране. То есть не будем этого момента касаться. Чего стоят слова офицера, который ни дня на фронте не пробыл, кадровый офицер, да, на этой войне. Я не буду даже касаться того, что он предлагает метод Киссинджера. А Киссинджер, насколько я помню, это тот человек, который поднял Китай в противовес рашистской Советскому Союзу. И теперь мир заполучил глобальную проблему, потому что как раз Китай, а не Российская Федерация, сейчас глобально для мира является угрозой. То есть метод Киссинджера заключается в том, чтобы наводнение от наводнения спасаться, спалив нахрен дом. Ну так себе, по-моему, советчик. 101-летний. Во-первых, вы собираетесь оставить вот эти миллионы людей, которые украинцы на оккупированных территориях, которые сейчас насилуют женщин, да, читайте отчеты ООНовские комиссии, читайте вот этот провал на Ваху, слышали, да, как застрелили 9 человек семьи выстрелами в голову 4-летнего ребенка. Самый маленький был, ночью выстрел в голову, спокойно, не дрогнувшей рукой. Выходите, оставить миллионы наших соотечественников вот этим упырям, да? Совершенно спокойно. То есть вы хотите, чтобы те, кто еще не сбежал из Украины в Россию, в Европу, сбежали, да, кстати, и в Россию. Вы хотите, чтобы Европа перестала нам помогать, потому что, ну вы же помирились, зачем вам оружие? Вы хотите дать России паузу, чтобы им там эти Ким Чен Ины, Иры и прочие Яни дали еще больше оружия, дали еще больше снарядов, чтобы Россия уже нанесла окончательный удар, чтобы от Украины и места мокрого не осталось. Ребята, Залужный, когда, вы посчитайте, он когда говорит, что нужно для Украины сейчас, он говорит, что нужно для скорейшей победы, а не что нужно сдаваться, потому что у нас этого нет. Никакого перемирия с этими вурдалаками. То есть вот этот демон из ада, блин, Путин. То есть вы хотите с дьяволом перемирие заключать? Вы не знаете, чем сделки с дьяволом заканчиваются? Забудьте вообще. Тут я полтора года уже как мобилизован. Я ни от одного человека не слышал, что нужно про перемирие здесь заговорить. Да, погибают пацаны, да, калечат, да, раненые там. Все это есть. Но если мы уйдем и сдадимся... Это будет с миллионами нашими. Просто об этом знать никто не будет. Как не знали про Кущевку до тех пор, пока там россияне 12 человек не перебили, не сожгли детей живьем. Понимаете? Перемирие. Засуньте его себе